Привет всем из Пицунды. 10 дней сухого голода. Я сделал. Спасибо, Петрович, за твой труд. Мне помогает. Сегодня второй день выхода. Мандарин объелся, они тут по 20 рублей килограмм. Вот смотрите. Естественно, после сухого голодания, тем более такого длительного, вот, хочется чем-то таким жидким, таким сокообразующим все это восполнить, потерю влаги. И тут как раз вот мандарины. Но сразу же я предостерегаю, цитрусовые содержат вот эту самую кислоту, фруктовые кислоты, и могут на восстановление съесть эмаль зубов. Лично у меня такое было. Поэтому с восстановлением после голодания надо быть очень и очень осторожным. Конечно, есть уникальные люди, у которых эмаль, знаете, такая, ее там напильником не сдерешь. Но большинство на так себе. Поэтому так как-то это самое. Старайтесь соблюдать самоконтроль. Значит, сейчас сил наберу и в новый Афон поеду. Хорошее занятие, но вот важно понимать, что тут могут быть осложнения. То есть, вот человек сделал хорошую вещь, 10 дней сухого голодания, все отлично, и потом только на выходе может, опа, и все это перечеркнуть. То есть, не надо вот как-то набрасываться, переедать и так далее, да? Объелся. Вот это вот беда. Далее. Значит, здравствуйте, Михаил. Как почки после длинного сухого голодания? Я голодаю по 3 дня, дальше боюсь. Вот тут-то. И, естественно, надо голоду такому натренироваться, подготовиться и так далее, И понимать, с какой целью вы хотите отголодать насухо. И также понимать, что действительно могут различные быть и риски. Значит, себе сказали, с какой целью, для чего. А то действительно можно получить серьезное осложнение. Почки-то такой влажный орган, они любят, так сказать, влагу. Дальше. Здравствуйте, я тоже за них всегда переживаю. Такая белизна идет после семерки. В смысле, белизна идет после семерки, то есть моча идет вообще без какой-либо окраски. Я так понял, может, я не так там понял. Поэтому, знаете, вот в любом случае вы должны применять так оздоровительные мероприятия, в том числе и голодание, чтобы вы от них получали даже удовольствие. То есть оздоровление и удовольствие. Вот. А если у вас закрадываются какие-то сомнения и страхи, это уже минус к этой оздоровительной процедуре. Вот так вот. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурил, значит, дурку с маком.